Мужики, всем привет! Давно не выходил на связь. Было много дел, как обычно, как всегда. И они, наверное, никогда не кончатся. То Питер, то работа, короче, то вот так вот все кругом. Всем, короче, огромный привет, мужики. Желаю всем огромного здоровья, всего самого наилучшего. Ну, такой видосик решил заснять. Вот, еду на экскаваторе, как уже поняли, который приобрел недавно Атек 3.9. Вот. Попалась работка, короче, мужики. Почасовая, 2500 за час. Там землю, короче, отсыпать, потом щебень. Тонары будут возить, нужно ковшом, в общем, набирать. Строят детскую площадку. Ну и, в общем, договорились, еду. Будет до туда 14 километров. Половину я уже преодолел. Так, вроде как, экскаватор, ничего такого критичного не было. Промывал радиатор, промывал масляный радиатор, как снаружи, так и внутри. Установил датчик температуры, принудительный. Датчик давления, тоже принудительный. Ну, механический. Потому что без них вообще как без рук, на слепую все. То, что здесь есть, это вообще, короче, я не понимал, что тут показывает. А то сейчас теперь хоть вижу реальную температуру и давление масла. Ну вот, короче, такие дела. Не знаю, первый такой дальничок на нем, короче. Что-то, короче, мне и боязно было, и не хотел соглашаться. Но в итоге... Думаю, дай попробую. Че нет-то, если да. Думаю, вот и все. Вот. Еду потихоньку. Ну, тут сейчас чуть-чуть, короче, где-то с километра грунтовки, и потом еще 6 километров по асфальту. Ну и приеду, в принципе, на место. График работы с 8 до 6. До полседьмого, ну, короче, как-то так. Еще вообще ничего не красил. Единственное, сзади некоторые РВД меняли с ребятами. Промазывал все, что промазалось. Не промазались только, ну, их там надо переделывать на... Значит, как она называется? Я по-старому, по-колхозному, вот эта челюсть. И вот как раз, куда сейчас показываю камеру, там вверху масленок. Их даже там нет. Вот. Вот их, короче, нужно мне исправить. А так все, короче, пока работает, ломается. Люфтов нет. Будем работать. В основном, я так понял, пока работа идет передним рабочим этим оборудованием. Ну вот, короче, такие дела. Ладно, ребят, приеду на место. Процесс работы попытаюсь заснять. Так, мужики, прибыл я на... место работы. Такая вот работа, значит, будет. Площадка. Вот эту землю надо будет подсыпать к бордюрам, короче. Ну, чтобы все это не съезжало, короче, по кругу, по всей этой площадке. Приехал я, преодолел эти километры, вроде все нормально. Небольшая течь под крышкой клапанов появилась. Сейчас буду подтягивать. Вот она появилась, вон она под крышечкой клапанов. Это фигня. Она там прокладка, резинка новая стоит. Ну а так все, короче, как. Все вроде как должно быть и будет. Ну вот так вот. Посмотрим, заработаем, нет. Если заработаем, хорошо. Вот. Дай бог, что без поломочек. Ладно, ребята, буду. Не удалось мне заснять процесс моей работы, к сожалению. Но там, в принципе, понятно. Просто землю подгребал по ребрикам. Ну и да и все. Вот время 3 часа дня. Я закончил на сегодня. А на дальнейшие дни, короче... Посмотрим, что позвонит, не позвонит. Вот, сейчас еду домой.
есть небольшая, была небольшая поломочка. По приезду домой засниму видос и, соответственно, поговорим. Вот так вот. По поводу этой поломки. Может быть, подскажете, может быть, у кого-то есть такая запчасть. Мужики, ну вот. Вот так вот, короче, выглядит вот эта полуось с экскаватора. Теперь это длинная полуось. Правая сторона, передний мост на моем экскаваторе. Вот, короче, запчасти. Вот, короче, вот такая вот херня стояла. Вот такая вот штука, она уже вареная была. Вот видите, шов, это не заводской. Она была на вот этой полуоси, значит, которая идет в мост, заходит. Вот, я работал, когда вот отсыпал площадку, землю грузил еще нормально, а пару ковшей начал щебнем грузить, и она сломалась, короче. Ну, на заднем мосту я догрузил, домой уехал, полуось я сначала вынул. Вот это все выкинул из моста, кинул в кабину и поехал, доработал, поехал домой. Вот, вот такой вот, значит, такой типа, как он называется, шар, яблоко, которое, значит, тут стоял. И он тут это все, короче, работал, исполнял вот эти повороты и все такое. Ну, вот эта штука заводская. Не понимаю, зачем они заварили здесь когда-то. Вот, видите, заварили, короче, чашку. Здесь они обварили. Просто она была, вот эта хрень, просто приставлена к полуоси и вот обварена. Что сделал я, короче, ребят? Я сделал такую херню. У меня токарных станков нет. Шлифмашинка, сварка и все. Короче, это вот эти части и вот эти части. Это от кардана УАЗика. Вот. Я, значит, вот здесь вот эту часть нагрел. Нагрел, да? И осадил ее сюда на полуось. Где-то на миллиметр, может быть, 3-4 она вошла сюда. И остыла. Потом я это дело обварил, короче. Также я сделал с этой стороны. Вот. Ну, я хотел ее сначала просто на одну крестовину. Думал, ну, просто попробовал. Засунул туда, в мост. В ступицу, короче, да, засунул бортовую, точнее. Но нет, маловато. Сюда бы какая-нибудь зиловская или камазовская, но она большая. И в мосту она просто в мост не влезет, в корпус моста. Ну и пришлось мне, я просто такую тему исполнял на Т-40. Вот, по-моему, я там то ли вазовский, ребят, то ли газоновский, я не помню. У меня был Т-40, я себе обламывал вот такие темы, я себе переделывал и ходила, пока я ее не продал. 5 лет у меня точно отходило, я продался с такими же штуками. Вот, это, вот эти части, это флянцы, которые прикручиваются, ну, к мосту, например, да, к флянцу моста или коробки. Ну, вы поняли, вот, короче, это вазовская крестовина, вот одна, вот вторая. Вот, короче, это для поворота, короче, я сделал. Не знаю, чуть-чуть я, может быть, на заводской, конечно, угол поворота был, может быть, покруче. Но я не знаю, там стоят болты регулировочные на мосту. Их, короче, выкручиваешь, угол поворота меняешь. То есть болт упирается, все, колесо дальше не поворачивается на обеих сторонах. Если будет закусывать что-то, да, я, короче, это все дело выкручу болтом, ну, подрегулирую. Ну, думаю, такая конструкция походит, не знаю. Получается, я ее по кругу вот так вот обварил всю, по кругу. Насколько хватит, не знаю. Попробую, испытаю. На Т-40 и ходила. Вообще просто ходила. Только, по-моему, лукавить не буду. Ребят, по-моему, за газон я на Т-40 ставил. Там места достаточно. А здесь как бы оно ограничено. Эти крестовины я старые поставил. Не стал я пока новые ставить. Просто набил смазки. Иголочки там, подшипнички, все нормально. Ну, вот так вот. Пойду сейчас установлю. Это дело посмотрим, как, что и почем будет ходить. Ну вот, мужики, ночь, улица, фонарь, второй фонарь, короче, моя бортовая.
Вот. Значит, на экскаваторе. Ну, вот так вот это дело выглядит. Я вставил. Сейчас я буду одевать бортовую сюда. Вот. Ну и, короче, проверять. Шкварня надену, проверять, как угол поворота, короче, работает. Вот этот регулировочный болт. Я вижу, он самодельный. Мне говорили, что они вот тут подложечки всякие делали. Хреново видно, наверное, да. Ну вот, короче, подложки делали. И их два здесь болта, вот он второй. И вот как бы ограничители такие. Вот они. С одной стороны и с другой. Ну и можно просто сделать, чтобы сильно не ломало. Может быть, да, чуть-чуть радиус подуменьшится. Ну посмотрим, посмотрим, не спорю. Сначала проверим, потом все это дело просмотрим. Все. Собрал я, короче, бортовую, поставил уже колесо, вот, проверял. Осталось мне только, знаете, что? Ой, блядь, земли набило. Мне осталось только, ребят, наконечник рулевой поменять. У меня его пока нет. Ну, вот моя, короче, конструкция стоит. Выворот, в принципе, нормальный. Вот. Посмотрим, насколько хватит. Надолго ли хватит? Ну, по идее, должно. Здесь, конечно, нагрузка помощнее. Ну, хрен знает. Шкварня забилась солидольчиком. Время 1:30 ночи, ребята. Все собрал. Буду собирать инструмент. Завтра закончу с тягой. И это. И все, короче. И эта сторона сделана. Ладно, мужики, всего хорошего всем.